Друг, а перед тем, как посмотреть ролик, обязательно сделай из красной кнопки подписаться серую кнопку «Вы подписаны», а также включи колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые видео. Спасибо, ты самый крутой! Хей, друг, если ты любишь гонки на больших машинах, ты сможешь поставить лайк за 5 секунд и напиши в комментариях, какая машина тебе больше нравится. Лично мне Subaru Impreza. Вау, да ты просто супер! И всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала. И сегодня мы поиграем в Monster Truck Champions. Это такая гонка, на которой соревнуются только большие машины, вот такие бэкфуты и даже бывают вот такие очаровательные, как этот. Но перед тем, как мы начнем, я покажу комментарии ребят из прошлого видео. Это они. Если ты тоже захочешь попасть в ролик, как эти крутые ребята, нужно всего лишь подписаться на канал, поставить лайк этому ролику и написать свой очень крутой комментарий под этим видео. И тогда ты обязательно попадешь в следующий ролик. И обязательно досмотреть до конца, будет очень интересно. В общем, в этой игре очень много машин, очень много разрушений и все клево. Поэтому погнали, давайте быстрее смотреть, мне уже интересно прям. Я готов, все, поехали, погнали. Сейчас сами все увидите, просто это крышесносная игра. Вот посмотрите даже какая красивая у него загрузочная менюшка, точнее картинка. Потому что посмотрите, два очень крутых Monster Truck, которые влетают на трамплине. Вот она гонка, нас представляет на гонке стадион Гранд Невада, Лас-Вегас, Невада. Приветствуйте всех финалистов этой гонки, дорогие друзья. Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Посмотрите, какая большая площадка, в которой прям море фана, море фейерверков, очень много шин и много с чем мы сегодня свяжемся. Поэтому, я думаю, лучше приступить. У нас сколько? Раз, два, три, четыре, пять, семь врагов. Семь, точнее, соперников, с которыми придется гоняться. Посмотрите, какие замечательные, прикольные лапки нашей машины. Ну что, пора, короче, начинать ехать. Я думаю, мы все готовы. Так, гонка, стадион Гранд Невада, Лас-Вегас. Невада, да, мы поняли это так. Три, два, один, погнали. Вау, плохо, РМП. Господи, а что такое РМП? Блин, ну игра реально прикольная, посмотрите. Посмотрите на этот графон, это что? У нее реально очень крутая физика. Все прям довольно реалистично. Посмотрите на то, как заносит мою машину. Я просто как не знаю, меня заносит в разные стороны. Очень сложно устоять на первом месте. Посмотрите, какой-то Лопес обгоняет меня. Джи Лопес, боже мой, посмотри, офигеть, как, насколько сильно моя машина запачкалась грязью, она, посмотрите, я проехал только практически, я даже одного круга не проехал, у меня уже машина вся в грязи, мой собачонок весь испачкался, его лапки все в грязи, посмотрите на это чудо, вау, вот это реально крутые гонки, вот это я понимаю, экшен. Вот это я понимаю, экшен тут реально заносит очень сильно. Кстати, в этой игре есть также механическая коробка передач, которую вы будете переключать сами. Но я приветствую больше автомат. И, кстати, я на втором месте. О, у меня что-то отвалилось. Боже, ой, у него тоже что-то отвалилось. Офигеть. У меня отвалилась какая-то часть машины. Боже мой, как такое может быть? Ой-ой-ой, очень сильно заносит машину, прям очень сильно. А, боже, черт, меня обгоняет какой-то Лупес опять. А тут есть нитро или нет? Так, я его свалил, нет, я его не свалил. Так, тут всякие неровности дороги, мы подпрыгиваем, летим, у нас второй круг, замечательно, мы подлетаем. Главное тут держаться и сильно, как мы помним, не разгоняться, потому что... Тут заносит, но мы справились, у нас третий финальный круг, и мы на третьем месте. Блин, как-то очень, на самом деле, печально. Обогнать О'Коннора у нас не получается, но хотя бы подрежем вот этого придурка. Да, у нас это получилось, в принципе, нормально. Так, главное продержаться хотя бы какое-то время на втором месте и не дать ему меня обогнать. Может быть, получится и первое заработать, но я еще не знаю. Я играю в эту гонку в первый раз и поставил самый сложный режим. Поэтому ожидать чего-то прям крутого не стоит. И так, ну на первом месте, смотрите, он очень далеко, я его не догоню. Он уже на финише, чувак. Офигеть.
Офигеть, офигеть. Так, нам главное развернуться. И... гонка выиграна. Второе место. Новый личный рекорд. Блин, прикольно. Прикольно. В общем, ребята, если вам нравятся такие гонки, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите свои комментарии. Если вы захотите какие-нибудь другие гонки увидеть, пишите, что вы именно захотите, потому что, ну, мне лично вот такие гонки очень сильно нравятся. Не знаю, как вам, но мне очень сильно. Поэтому ставьте лайки, пишите комментарии, ну, а кодовое слово в ролике будет Лопес. Давайте, кто напишет слово Лопес, обязательно попадет в следующий ролик, как те крутые ребята. Поэтому с вами был Личи, и всем до скорых встреч, друзья. Let's go.